На трибунах Ледового дворца. Внимание! Состав национальной сборной России. Вратари. Номер 30. Игорь Шестеркин. Номер 31. Илья Сорокин. Номер 83. Василий Кошечкин. Защитники. Номер 2. Артем Зуб. Номер 3. Динар Хафизулин. Номер 4. Владислав Гавриков. Номер 26. Вячеслав Воинов. Номер 44. Егор Яковлев. Номер 46. Илья Любушкин. Номер 53. Алексей Марченко. Номер 55. Богдан Киселевич. Номер 89. Никита Нестеров. Нападающие. Номер 7. Иван Телегин. Номер 11. Сергей Андронов. Номер 16. Сергей Плотников. Номер 21. Сергей Калинин. Номер 25. Михаил Григоренко. Номер 29. Илья Каблуков. Номер 40. Евгений Кета. Номер 43. Валерий Нечушкин. Номер 47. Кирилл Капризов. Номер 52. Сергей Широко. Номер 71. Илья Ковальчук. Номер 78. Максим Шалунов. Номер 87. Вадим Шипачев. Номер 97. Никита Гусев. Главный тренер Олег Знарок. Красная машина – это не только игроки и тренеры. Это тысячи болельщиков на трибунах и миллионы у экранов по всей стране. Настало время продемонстрировать наше единство и доказать, что «Россия в моем сердце» – это не просто громкий слоган. Откройте приложение «Красная машина» на смартфоне. Выберите опцию «Light Show». Запускаем обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Старинную, да свиструнную, чтоб по